Всем привет, ребята! Мы сегодня Манатовы. Будем готовить вот так сосиски тесто. Вот тесто. Тесто надо разморозить. И для начала. Апельсина. Знаете, сколько штук? 1, 2, 3. Ну что, соскучились по Владу? Всем привет, вы на канале Монах ТВ. Всем привет, мы на канале Монах ТВ. По бабу Гале скучал? Да. Давно по мне не скучал, что ли? Конечно, скучал. Да? Угу. Вот хорошо. Ты чего, бей? Ну, сколько весит? Я говорю, 500 грамм почти. 500 грамм? Ну да. У нас сегодня опять не рецепт, а просто будем сегодня готовить с Владом и объедаться, как обычно, да? Что сегодня будем готовить? Ну, сосиски в тесте и сок. Да, хотим сосиски в тесте на гриле приготовить. Ну и, конечно, сок, он без сока вообще никуда. Тесто слоеное размораживается. Мы решили приготовить сок апельсиновый. Чистим апельсины. Аккуратненько. Аккуратненько, да. Угу. И они скучали. Залить. Зрители? Да. Зрители тоже, наверное, скучали. Напишут в комментариях. Попроси. Кто скучал, пишите комментарии. Кто скучал, пишите комментарии. Угу. Посмотрим, кто там тебе скучал. Больше всех. Если никто не скучал, так я не могу приходить. Не будешь больше приходить? Угу. Нет, ну ты приходить-то будешь, но просто не будешь сниматься, да? Привет передавать. Ну, только подписывайтесь. Я приду сразу и посмотрю. Я как Чебурашка почистил вот этот апельсин. Да? Да. Как маленький Чебурашка. И каждый одальняшка и слетел сразу. Лапу подает. Смотрите, вешенка. Вешенку нашел на апельсине. Угу. Срывай тогда. Сейчас сорвем и приготовим. Сок из грибов, из вешенок. Да. Ну все, давай. Ну. Жать сок, включай. Забыл уже где, наверное, нет? Да самый здоровый. О, пошел. Я знаешь, какая у меня профессия? Какая? Повар и художник. Видишь, какой я повар? Вижу. Ну зачем ты? Пускай сама лезет. О. Красота. О, красота. Да? Конечно. А что, все? Подожди там. Ну да. Быстро. Сок идеальный, как солнце. Вкусно. Ну как сок. Сок приготовили. Пить. Теперь сосиски. Да. А самая городов успокоенная я, успокоит ты меня. Все, вот так вот будем делать. Сейчас я их сначала себе открою. Нож что ли? Да вот сейчас пополам разрежу. Так вот. И намотаем на не сосиску. Не надо вот так это. Что? Раскатать что ли? Да. Значит, надо эту, да, скалку надо тебе. Принесёшь? Сейчас вот намотаю тесто на сосиску и принесу. А в том мои, да, сокинь тут. Нормально получается? Кто? Вот. Сосиски? Да. Ну да. Получается? Ну да. Я просто пиццу. А ты мини-пиццу готовишь? Молодец. Пиццу.
можно потом мою? Хорошо. Такая красотуля. Все, сосисок 8 штук и вот одну Владу на пиццу. Так, я на гриле еще сосиски в тесте не готовил. Включаю выпечка. 175 градусов, 30 минут. Но буду следить. А ты не сзади делился тестом, да? Я очень добрый. Рубах парень. Знаешь, я скоро принесу тебе мой подарок. Что ты мне принесешь? Что за подарок ты мне принесешь? Узнаешь. Да? Не знаю. Насчет вкуса? Ну, просто прикольно же. Да, красиво. Гриль разогрелся, загружаем сосиски. Ты мою пиццу не трогай. Нет, не буду. Вот, пицца готова. Теперь мазаем. Отдай ложку. Красота и вкуснота, да? Угу. Прошло 15 минут, и наши сосиски в тесте приготовились. Достаточно. Браво! Красиво выглядит. Будем готовить пиццу. Ой, пальчики. Да. Хороши сосисочки. А пицца? Ну, пицца-то само собой. Ну, тоже? Конечно. Конечно. Бесспорно. Ну, как тебе такая красотища? Нормально. Как? Нормально. Нормально? Ладно, натираем немножко сырка. Нашли в холодильнике все-таки остатки. Нам хватит. Да, Владяс? Угу. Загружаем владовскую пиццу. Попробуем потом. В мультипечь. Давай побольше, не жалей. Себе тоже давай. Ты уже там налил себе пару раз. Ну что, давай, Владяс, за встречу. И тебе. Вкусный, что ли, сок-то? Да. О, апельсиновый. Витаминовый. Что? Сосисочки, огонь. Где? Ты что? А какая разница? Вот эту взял, другую взял зачем? И прикинь, всего 15 минут. Да. И готово. Ага. Сколько там пиццы еще готовится? Еще 10 минут. Еще. А мы проголодались. Решили пока сосиски заточить. Как раз мини-пицца приготовится. Да-да. Тебе хоть нравится? А пицца? Отлично. Ну, хорошо. Самое главное. Скоро пиццу будем пробовать. Вот кому понравилась пицца, вы ставьте лайки. Ну и конечно, всем здоровья, счастья и любви. И конечно, побольше денег. Ух ты, ничего себе, вот этот поворот. Ну да, куда сейчас без денег? И счастья. С Нового года. И в любой ситуации оставайтесь людьми. Вот так надо говорить. Да? Да-да. Опа. Влад опять убежал. То рыб смотреть, то сейчас пузыри надувать. Нарезаем пиццу. Смотри, какая пицца у тебя получилась, а ты там бегаешь. Красота. Такая. Вот так вот.
Что сделал, что и ест. Да. Ну-ка попробуем пиццу шеф-повара нашего сегодняшнего. Горяченько еще. Вкусно. Очень вкусно. Ну, сколько лайков поставишь? Чего? Сколько лайков поставишь? Сколько лайков поставлю? Да. Все. Все сколько есть. А тебе 3. Ну и ладно. Все очень вкусно. Подписывайтесь на мои каналы. Будет много всего интересного. А мы будем объедаться. Всем приятного аппетита. Пока. Пока. Вот если бы за грибами поехали. Зимой-то? За грибами? Да нет. А вообще? Вообще весной. В пиццу грибов положили, да? Слушай, вот мы нарисование так пошли вот так где там, вот так, можно заблудиться. Это зачем мы туда пошли, где можно заблудиться? А там грибы! Салабанда! Ничего себе! Я думаю, что тут? Это целая банда. Грибов? Да. Это, обалдеть. Это надо 10 километров, а там целая куча. Ну надо же. Вот это да. Понял. Ваня, конечно, понял. Я там не мог стерпеть, вообще квас, да? Ну ты их собрал хоть там, нет? Ну да. Я, наверное, еще съем. Или ты будешь? Нет. Я вот этот кусок. Вкусно. Да. Очень. Всем пока. Салют. В Москве запускают, знаете, какие салюты? Сердечки. Вот такие. Там пух, 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 пух. Все, уже сняли все в видео. А, Владяс?